В среду вечером на перекрестке улиц Марии Рябининой 10 августа произошла крупная авария. Столкнулись Mazda 3-й модели и Kia Rio. Пострадали 6 человек, в том числе 8-летняя пассажирка Kia. С тупой травмой живота девочку отвезли в областную больницу. Причиной аварии стало нарушение правил дорожного движения. Водитель Mazda 3 двигался по крайней левой полосе, и данная полоса предназначена только для движения прямо, а он начал поворачивать налево. В это время автомобиль Kia Rio врезается в Mazda.